Госпожа. Сюмбюляга, ну что? Сообщил Рустему Аги? Госпожа, его нигде нет. Он даже во дворец сегодня не явился. Он тебе когда-то у него был, сказал, как он избавится от этой девицы? Нет, я у него спросил, но он не ответил. Сюмбюль, учти, она должна молчать. Делайте, что хотите, но заткните ей рот! Как прикажете, госпожа. Доченька! Мама? Султан Сулейман хан Хазрет-Лири. Повелитель. Что-то случилось, Ибрагим? Повелитель, видите ли, есть одно очень важное дело. Да, я слушаю. Сейчас одну девушку приведут сюда. Что за девушка? Это одна рабыня из гарема Шахзаде Мустафы Хазрет-Лири. Пусть войдут. Повелитель, эта девушка была схвачена в Манисе. Она покушалась на жизнь шахзаде Мустафы. Мустафа жив? Да, жив-здоров, не волнуйтесь. Слава Аллаху, ей не удалось осуществить это злодеяние. Она давно жила у шахзаде в гареме. Махидевран Султан случайно попала в руки одно письмо, и благодаря этому все и открылось. Шахзаде понял, что во дворец кто-то подослан. Он всех допросил, и она, осознав, что ее могут разоблачить, перешла к действию. Кто ты такая? Кому ты служишь? Госпожа. Кто ты? Отвечай! Кто тебе приказал? Бехрам Эфенди. Мой знакомый. Он велел мне. Кто такой Бехрам Эфенди? Лазутчик персидского шаха. Шах Тахмас приказал убить шахзаде, он сказал. Взяли этого Бехрама Эфенди? Бехрам? Повелитель, но... Я об этом ничего не знаю. Она впервые это говорит. То есть как? Повелитель ее допрашивал сам шахзаде, но он ей не поверил. Точно так же, как и я ее словам не верю. Да что она вам сказала? Сказала, что будто бы
приказ Хюрем Султан отдала. Да ты что, Ибрагим? Это вы уговаривали сказать так? Помиловать еще обещали. Но я поняла. Это все ложь. Вы меня убить хотите. Но у вас не выйдет. Держите ее! Сюмбеляга, Рустем Агу, поблагодари от меня. Возьми на себя заботу о семье Гюльзархатун. Эта семья должна быть обеспечена всем, что им нужно, всю жизнь. Как прикажете, госпожа. Ибрагим, что происходит? Объясни, о чем она говорила? Повелитель. Кто-то сначала пытался отравить вас, потом покушались на меня, а теперь на Шехзаде. Поймите, кто бы ни послал эту девушку в Манису, его цель — посеять между нами раздор. Когда твой друг в один прекрасный день становится твоим врагом, это лишь результат твоих собственных поступков. We'll be right back.